хочешь со мной разговаривать? Меня зовут Селестина. Мамаша Селестина. Ну вот, мы и дома. Вы запрете дверь на ключ? Я ведь могу сбежать. Сбежать можно только тогда, когда тебя держат насильно. А людей вы арестовывать можете? Нет, лесник — это полицейский леса. А в лесу есть воры? Да, браконьеры. То-то уж хуже всех. Только посмотри на них. Он же утонет! Я не умею плавать! Барель послал тебя шпионить за мной? Нет, клянусь! Нельзя! Клясться ты что, не знаешь? Видишь эти два пальца? По ним можно определить вес зверя. Торжественно посвящаю тебя в рыцари ордена ловцов рыбы на мушку. Это браконьерство? А кто в лесу хозяин? День на этой территории, день на другой. Что это за паренек там шастает? Это мальчик из Парижа, он живет у меня на каникулах. Он вас больше не побеспокоит. Есть предание, что властелин леса иногда заходит на наши территории. Никто никогда его не видел. Величественное животное. Франсуа Клюзе, звезда фильма «Один плюс один». Выше по течению! Назад! Назад! Нечего ему шляться в лесу. Или я его отправлю в Париж первым же поездом. Этот парень мой. Держись от него подальше. Ты знала мою маму? Нет, все было не так. Гони темные мысли прочь из своей головы. Жизнь может быть прекрасна, если захочет. У вас не было родителей? Нет. Значит, вы такой же, как я. Расти это тебе не помешает, вот увидишь. Как прогулять школу с пользой. Фильм Николя Ванье. В кино с 25 октября.